думал, что герцог Альбанский нравится королю больше, чем герцог Корнуэльский. Так, так нам всегда казалось. Но теперь перед разделом королевства стало неясно, кого он любит больше. Части так выровнены, что при самом внимательном разборе нельзя сказать, какая лучше. Это ваш сын, милорд? Я причастен, сэр, к его рождению. Я так часто краснел, признаваясь в этом, что постепенно перестал смущаться. Не понимаю вас. Но зато мать этого молодца поняла меня с первого взгляда и получила сына в люльку раньше, чем мужа в дом. Вы меня осуждаете? Да нет. Если в итоге получился такой бравый малый. У меня есть и законный сын, на год с чем-то старше этого, который, тем не менее, ничуть мне не дороже. И хоть этот сорванец явился на свет без приглашения, мать его была красавица. Его рождению предшествовало много радостей, так что я вынужден был назвать себя его отцом. Эдмонд, ты знаешь, кто это благородный господин? Нет, милорд. Это Кент. Помни и уважай графа. Это предостойнейший друг мой. Рад буду служить вашей светлости. Обещаю вам свою любовь, когда узнаю покороче. Он 9 лет был в отъезде и скоро опять уедет. Сюда идет король. Сходи за королем французским, Глостер, и герцогом бургундским. Хорошо, мой государь. А мы вас посвятим в заветное решение наше глубже. Подайте карту мне. Знаете все, мы разделили край наш на 3 части. Ярмо забот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на молодые и доплестись до гроба налегке. Король французской и бургундской герцог, 2 знатных соискателя руки, меньшой из дочек, тоже ждут ответа. И так как мы с себя слагаем власть, права на землю и правление краем, скажите, дочери, мне, кто из вас нас любит больше, чтобы при разделе могли мы нашу щедрость проявить в прямом согласии с вашей заслугой. Ты, Гонорилья, первый говори. Моей любви не выразить словами. Вы мне милее, чем воздух, свет очей, ценней богатств и всех сокровищ мира, здоровья, жизни, чести, красоты. Я вас люблю, как не любили дети, да ныне никогда своих отцов. Отдаем тебе весь этот край, от той черты до этой, с лесною тенью, полноводьем рек, полями и лугами. Им отныне владей навек, с супругом и с детьми. Что скажет нам вторая дочь, Регана, жена Корнуэлла? Говори, дитя. Отец, сестра и я одной породы, и нам одна цена.
Ее ответ содержит все, что я бы сама сказала, с той небольшой разницей, что я не знаю радости других, помимо моей большой любви к вам, государь. Даем тебе с потомством эту треть в прекрасном нашем королевстве. Ширью, красой и плодородием она ничуть не хуже, чем у Гонорили. Что скажет нам меньшая дочь? Ничуть любимая не меньше, радость наша, по милости которой молоко Бургундии с лозой французской в споре. Что скажешь ты, чтоб заслужить часть лучшую, чем сестры? Говори. Ничего. Ничего? Ничего. Из ничего не выйдет ничего. Так объяснись. К несчастью, не умею высказываться вслух. Я вас люблю, как долг велит. Ни больше и ни меньше. Корделия, опомнись и исправь ответ, чтоб после не жалеть об этом. Вы дали жизнь мне, добрый государь. Растили и любили. В благодарность я тем же вам плачу. Люблю вас, чту и слушаюсь. На что супруги сестрам, когда они вас любят одного? Наверное, когда я выйду замуж, часть нежности, заботы и любви я мужу передам. Я в брак вступать не стану, как сестры, чтобы любить отца. Ты говоришь от сердца? Да, милорд. Так молода и так черства душой! Я молода, милорд, но не боюсь я правды. Отвели ты эту правду себе в приданое! Клянусь, что всенародно отрекаюсь от близости отеческих забот и кровного родства с тобой. Отныне ты мне навек чужая! Государь, ни слова, Кент. Я больше всех любил ее и думал дней остаток провести у ней. Я разрываю связь с ней навсегда! Я посылал за королем французским. Вы слышите, бургундский герцог где? Что вы стоите? Не слыхали, что ли? Курнелла и Альбани, к своим частям прибавьте эту треть. Пускай гордыня, в которой чудится ей правда, сама ей ищет мужа. Обрекаю обоих вас всей полнотою прав, присущей высшей власти. Жить я буду по месяцу у каждого из вас поочередно и зачислив свиту 100 рыцарей себе. Мне с этих пор останется лишь королевский титул, а пользование выгодами, власть, доход земель и воинскую силу предоставляю вам. В залог чего даю вам разделить мою корону. Великий Лир, в ком чтил я короля, любил отца и слушал господина. Кому я поклонялся? Берегись, ты видишь, лук натянут. Прочь с дороги! Стреляй. Не бойся прострелить мне грудь. Кент будет груб, пока Мистлир безумен. А ты как думал, взбалмошный старик, что рядом с лестью смолкнет откровенность? Нет, честность более еще нужна, когда монарх впадает в безрассудство. Не отдавай престола,
подави свою горячность. Я ручаюсь жизнью. Любовь Корделии не меньше их. Совсем не знак бездушья молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри. Ты шутишь жизнью, Кент. Своею жизнью играл не раз я на войне с врагом. И снова для тебя играю ею. Прочь с глаз моих! Открой их шире, Лир, и приглядись внимательнее к другу. Подлец! Изменник! Волга, государь! Убей врача! Оплату за лечение отдай болезни. Отмени приказ. А то пока дышу, твердить я буду недоброй задумал. Низкий раб, твоей присягой заклинаю, слушай. Ты убеждал нас слово изменить, чего за нами раньше не водилось. Восстал ты против нашего решения, что не мириться с нашей природой. Так вот тебе за это. Мы даем 5 дней тебе на то, чтобы ты запасся всем, что потребует далекий путь, и на 6-й покинул королевство. Знай, если на 10-й день найдут тебя у нас, ты будешь предан смерти. Ступай! Прощай, король. Раз дома нет узды твоей гордыни, то ссылка здесь, а воля на чужбине. Дитя, я за тебя богов молю. Ты честно отвечала королю. Пускай слова вас к действиям обяжут и вашу искренность дела докажут. Уходит Кент, куда глаза глядят. На новом месте жить, на старый лад. Король и герцог здесь. Мой государь. Мой герцог, с вас начнем переговоры. Вы сватаетесь с этим королем за нашу дочь. Каким предельно малым приданым мог бы я вам угодить? Предложенным и только, государь. А меньше вы и сами не дадите. Мой герцог раньше дорожили ею, не то теперь. Ее цена упала. Она пред вами. Если что-нибудь создание там жалком вам по вкусу, тогда берите всю ее как есть, с немилостью нашей в придачу. Что мне сказать? Готовы ли вы взять ее без средств, предмет опалы нашей, с проклятием за душою, без друзей, или вынуждены будете оставить? Простите, благородный государь, мне путь отрезан при таком условии. Оставьте же ее, поверьте мне, я перечислил все ее богатства. За вас я сам, возлюбленный король, не выдам той, кого я ненавижу. Найдите спутницу себе взамен, ничтожной этой твари, от которой природа отшатнулась со стыдом. Как странно. Дочь, которая недавно была кумиром, верхом совершенства, любимицей отца, совершила что-то такое небывалое, что вмиг лишилась вашей ласки. Вероятно, ее вина чудовищно тяжка. Или вы ее любили слишком мало. Все против этой мысли восстает, и нужно чудо, чтобы я поверил. Но, государь мой, если мой позор лишь в том, что я не льщу из лицемерия, что на ветер я не бросаю слов и делаю добро без обещаний. Прошу вас, сами
Объясните всем, что ни убийство, ни пятно порока, ни нравственная грязь, ни подлый шаг меня так уронили в вашем мнении. А то как раз, что я в себе ценю отсутствие умильности во взоре и льстивости в устах, что мне в вину вменяется. Не промах, а заслуга. Так вот, в чем горе. В пугливой целомудренности чувств, стыдящихся огласки. Как вы, герцог, что скажете? Лишь та любовь, любовь, которая чуждается расчета, вы женитесь на ней. Она сама дороже всех приданых. Лир, отдайте Кордели обещанную часть. И я ее тотчас же объявлю бургундской герцогине. Я сказал, что ничего не дам. Я клятв не изменяю. Жаль. Но тогда с отцом вы жениха утратили. Бог с вами, герцог. Не я вас привлекала, а корысть. Корделия, лишенное наследство, твое богатство в бедности твоей, приданого лишенное пристрастно, будь королевой Франции прекрасной. Простись, Корделия, с двором суровым. Ты лучший мир найдешь под новым кровом. Бери, бери ее. Иди с ней прочь. Нам с ней не жить. Она не наша дочь. Пойдемте, герцог. Сестрами, простись. Отцовские сокровища. В слезах иду от вас. Я ваши свойства знаю, но вас щадя не стану называть. Смотрите за отцом. Его с тревогой веряю вашей показной любви. Нет, по нежданной опалы, приют отцу я бы лучше подыскала. Прощайте, сестры. Просим не учить. Честь сама, как угождать супругу, который взял из милости тебя. За спор с отцом судьба тебя с годами в замужестве накажет неладами. Прощай. Идем, Кордели. Как тебе нравится то, что произошло? Это с сестрой, которую он всегда любил больше нас. Это у него от возраста. Хотя он раньше плохо владел собой. Если власть отца останется в силе, его сегодняшнее отречение при таком характере ничего не даст, кроме неприятностей. Надо хорошенько подумать. И что-то предпринять. Моя природа, ты моя богиня. В жизни я лишь тебе послушен. Я отверг проклятие предрассудков и правами не поступлюсь. Пусть младшая, чем брат. Побочный сын. Что значит сын побочный? Не крепче ли и краше сыновей иных почтенных матерей семейства? За что же нам колоть глаза стыдом? И в чем тут стыд? В том, что свежей и ярче передают наследственность тайком, чем на прискучившем законном ложе, основывая целый род глупцов меж сном и бденьем. Да, да, Эдгар законный, твоей землей хочу я завладеть. Какое слово страшное, законный. Ну ладно, мой законный. Вот письмо,
И если мой подлог сойдет успешно, Эдмонд незнатный знатного столкнет. Я в цвете сил. Я поднимаюсь в гору. Храните, боги, незаконных впредь. Какие еще новости, мой Эдмонд? Никаких, милорд. А что ты за бумагу читал сейчас? Я? Ничего не читал. Как ничего не читал? Ну, а что ж ты так поспешно спрятал? Ну, дай мне листок. Если там ничего нет, я без очков увижу. Сэр, простите меня. Это письмо от моего брата, Эдгара. Я еще не успел дочитать его до конца, но судя по тому, что я успел разобрать, вам его лучше не читать. Дай мне письмо. Ну, покажу я вам его или нет, я поступлю одинаково дурно, судя по его содержанию. Это письмо нехорошее. Посмотрим, посмотрим. К чести брата, я хочу верить, что он написал мне в таком духе, только чтобы испытать меня. Это почитание старости отравляет нам лучшие годы нашей жизни и отдает деньги в наши руки слишком поздно. Когда по дряхлости мы уже не можем воспользоваться ими в свое удовольствие. Если бы отец мог уснуть и не просыпаться, пока я не разбужу его, тебе досталась бы половина его доходов и постоянная любовь твоего брата Эдгара. Это пишет мой сын Эдгар. Кто перенес тебе это письмо? Милорд, в том-то и дело, что никто. Его бросили мне в окно. А раньше он не высказывал тебе подобных соображений? Никогда, правда, он часто высказывал мнение, что взрослые сыновья должны были бы опекать стареющих отцов, распоряжаться их имуществом. Вот негодяй. Вот негодяй. Такие же мысли, что в письме. Чудовищный, негодяй, подлое, бесчувственное животное. Хуже, чем животное. Голубчик, отыщи его. Я засажу его под замок. Чудовищный негодяй. Где он? Я не знаю, отец. Но я вот что вам скажу. Пожалуйста, сдержите ваше негодование, пока у вас не будет более веских доказательств. Отец, я готов ручаться жизнью, что все это он написал только для того, чтобы испытать, насколько я люблю вас. Ни для чего другого, уверяю вас. Ты так думаешь? И помогу вам в этом удостовериться. Хотите, я вас поставлю в таком месте, где вы сможете удобно подслушать наши разговоры? Это можно сделать сегодня вечером. Не может же он быть таким извергом. Ну, конечно, не может. Эдмонд, вкрадись в его доверие. Выведи его на чистую воду. Сделай это для меня. Я все готов отдать, чтобы узнать правду. Вот они, эти недавние затмения, солнечные, лунные, они не предвещают ничего хорошего. И что бы там ни говорили ученые, природа чувствует их последствия. Остывает любовь, слабеет дружба, и везде братубийственная рознь, в городах мятежи, в деревнях раздоры, в дворцах измены, и рушится семейная связь между родителями и детьми. Наше лучшее время миновало. Губительные беспорядки будут сопровождать нас до могилы. Изобличи этого мерзавца! Ты об этом не пожалеешь. Прошу тебя. Пожалуйста.
так вот всегда. Как только мы сами портим и коверкаем себе жизнь, обожравшись благополучием, мы все наши несчастья приписываем солнцу, луне и звездам. Можно вправду подумать, будто мы дураки по произволению небес, мошенники, воры и предатели вследствие атмосферического воздействия, пьяницы, лгуны, развратники под непреодолимым давлением планет. В оправдании всего плохого у нас имеются сверхъестественные объяснения, великолепная увертка человеческой распущенности, всякую свою собственную вину сваливать на звезды. Вот мой отец проказничал с моей матерью под созвездием дракона. Я родился на свет под знаком Большой Медведицы. Отсюда следует, что я должен быть группе развратен. Какая чепуха. Я то, что я есть. И был бы тем же самым, если бы даже самая целомудренная звезда мерцала над моей колыбелью. Вот идет мой брат, Эдгар. Напущу на себя грусть, вроде полоумного Тома из Бедлама. Да, эти затмения — предвестие будущих раздоров. Фасолями. Ну как, брат, Эдмонд? Ты занят серьезными размышлениями? Да, брат. Я задумался над событиями, которые, как я недавно прочел, должны произойти вслед за недавними затмениями. Я тебя уверяю, предсказания, которых я прочел, сбываются. Извращаются отношения между родителями и детьми. Наступает мор, дороговизна, всеобщая вражда. Государство раздирают междоусобицы, народ угрожает и королю, и знать, и друзья отправляются в изгнание, возникает подозрительность и прочее, прочее, прочее. Эдмонд, Эдмонд, с каких пор ты записался в астрономы? Ну ладно, хватит. Оставь это. Скажи мне, ты когда видел в последний раз отца? Вчера вечером. Ты разговаривал с ним? Да, 2 часа подряд. Вы расстались по-хорошему? Ты в нем не заметил никакого неудовольствия, когда он говорил с тобой или смотрел на тебя? Нет, ни малейшего. Слушай, ты припомни хорошенько, чем бы ты мог его задеть. И ради всего святого, не попадайся ему на глаза некоторое время, пока он не успокоится. Он сейчас клеймит тебя, на чем свет стоит, и готов разорвать на части от гнева. Слушай, какой-нибудь мерзавец оклеветал меня. Я тоже этого боюсь. Во всяком случае, очень прошу тебя, будь осторожен, пока его ярость не уляжется. Или знаешь что? Я дам тебе убежище у себя в комнате. Откуда ты сможешь удобно подслушать, что отец скажет. Вот тебе ключи, ступай туда. Вздумаешь выходить на улицу, бери с собой оружие. Оружие? Брат! Слушай, брат, это я все говорю для твоей пользы. Но честное слово, у него недоброе на уме против тебя. То, что я тебе сказал сейчас, ничто по сравнению с действительностью. Прошу тебя, уходи, пожалуйста. Да, но ты мне скоро дашь знать, в чем дело. Я посвящу всего себя этому делу. Отец поверил, и поверил брат. Так честен он, что выше подозрений, глупо честен. Не взял рожденьем, так свое возьму благодаря врожденному уму. Правда ли, что отец прибил моего придворного за то, что тот выругал его шута? Да, миледи. Все время огорчение. Что ни час, другая новость. В доме нет покоя. Я больше не могу. Его двору позволено буянить как угодно, а нам за мелочь всякий упрек. Когда они воротятся с охоты, я не хочу с ним говорить. Скажи, я нездорова. Да не расстилайся так перед ним. Последствия беру все на себя. Вы слышите, он едет?
Поменьше церемоний. Передай всем в доме это. Я хочу, чтобы дело дошло до взрыва. Плохо у меня, пускай к сестре переезжает. Знаю, что у нее на это сходный взгляд. Она не даст командовать упрямцу. Сам отдал власть, хочет управлять по-прежнему. Нет, старики как дети. Требуется строгость урок, когда добро и ласка им не впрок. Запомни это. Слушаюсь, миледи. И попрохладнее с его людьми, без всякого стеснения. Подчиненным скажи, что я хочу найти предлог для объяснений. Это надоело. Сейчас я напишу письмо сестре, чтоб нам быть заодно. Готовь обедать. Ну, Кен, слугой к хозяину наймись, прогнавшему тебя под страхом смерти. Я буду до конца неузнаваем. Так надо для намерений моих. Не заставляйте меня ждать ни минуты. Подавайте обедать. Что тебе? Ты кто такой? Человек. Чем ты занимаешься? Что тебе от нас надо? Мой род занятий – быть самим собой. А сам ты кто? Подлинно честный малый, бедный, как король. Чего же ты хочешь? Служить. Кому же ты хочешь служить? Вам. А разве ты меня знаешь, приятель? Нет, сэр. Но в лице у вас есть что-то такое, что покоряет. А что же это такое? Властность. А сколько тебе лет? Ну, я не так молод, чтобы полюбить женщину за ее пение. Не так стар, чтобы сходить по ней с ума без всякой причины. 48 лет жизни за спиной у меня. Хорошо. Прислуживай мне. Если ты мне не разонравишься после обеда, я не расстанусь с тобой обедать. Обедать! Послушай, сходи за моим шутом. Эй, ты малый, где моя дочь? С вашего разрешения. Что он сказал? Кликни этого негодяя обратно. Ну да, а где же мой шут, а? Похоже, будто все заснули. Ну как, где это животное? Милорд, он говорит, что вашей дочери не здоровится. А почему от невежи не вернулся, когда я его звал? Государь, он заявил напрямик, что не желает возвращаться. Ах, он не желает? Милорд, я не знаю, от чего это, но, насколько я понимаю, с вашим величеством здесь стали обращаться без должной почтительности. Это небрежно заметно у герцога, вашей дочери и даже у прислуги. Ага, вот как ты думаешь. Простите, государь, если я ошибаюсь, но я не смею молчать при мысли, что с вами не церемонится. Однако, где же мой дурак? Я 2 дня его уже не видел. С отъезда молодой госпожи во Францию королевский шут все время хандрит. Послушай, сходи за моей дочерью и скажи, что я желаю с ней поговорить. А, вы здесь, сударь? Кто я, по-вашему? Вы отец герцогини. Отец герцогини? Вот как? Подлец герцога! Не смей смотреть на меня так дерзко! Нахал! Я не позволю. Я не позволю бить себя, милорд. А подбить тебя ногой, как мяч. Можно! Спасибо, дружище. Мне нравится твоя служба. А ну, вставай и пошел вон. Впредь будешь поучтивее. Если ты еще раз хочешь измерить пол своей длиной, пожалуйста, а не то, а ну убирайся! Благодарю тебя, вот тебе за труды. Я тоже найму его. Вот тебе моя шапка, приятель. Носи ее. А, здравствуй, мой хороший. Как поживаешь?
Взял бы ты мой колпак, приятель. А зачем он мне, шут? А за тем, что ты валяешь дурака, если ты заступаешься за опального. Нет, правда. Держи, брат, нос по ветру, а то простудишься. Видал этого чудака? Он прогнал своих двух дочерей, а третью благословил против своей воли. Служить ему можно только в дурацком колпаке. А? Ну как, дяденька? Жаль, нет у меня двух колпаков и двух дочерей. Для чего, братец? Состояние я отдал бы дочерям, а вот колпаки оставил бы себе. Один у меня есть, а другой выпроси себе у дочек. Берегись, каналья, видишь плетку. Правду всегда гонят, как сторожевую собаку. А лесть она лежит в комнатах и воняет, как баллонка. Хочешь, куманек, выучить изречение? Ну? Наживайся тайком, не мели языком, меньше бегай пешком, больше езди верхом, не нуждайся ни в ком, не водись с игроком, не гуляй, не кути, а сиди в заперти, 20 на 20 сможешь приобрести. Это вздор, дурак. Бесполезный, как слова адвоката, не получившего за свою речь платы. А скажи, дяденька, можно из ничего извлечь какую-нибудь пользу? Нет, голубчик, из ничего не выйдет ничего. Правильно! Скажи ему, что столько же он получит со своих владений. Если я ему это скажу, он мне ответит: дурак. Злой дурак. А? Ты знаешь разницу между злым дураком и добрым? Нет, брат, научи меня. Кто дал тебе совет отдать свой край другим, тот от меня сосед умом неотличим. Я злой дурак и в знак того ношу колпак, а глупость добряка видна без колпака. Ты зовешь меня дураком, брат? Остальные титулы ты роздал, а это природа. Это не так глупо, милорд. А быть совсем глупым мне не позволили бы из зависти, если бы я взял монополию на глупость. Лорды и вельможи поспешили бы вступить в пай со мной. Да и знатные дамы тоже бы захотели бы урвать кусочек. Дай мне яйцо, дяденька, а я тебе взамен дам два венчика. Какие такие два венчика? Яйцо я разрежу пополам. Содержимое съем, а из двух половинок скорлупы получится. Два венчика. Когда ты расколол свой венец надвое и отдал обе половинки, ты взвалил осла себе на спину, чтобы перенести его через грязь. Видно, мало мозгу было. Под твоим золотым венцом, раз ты его отдал. Если я рассуждаю как дурак, надо высечь того, кто это скажет. Приходит дуракам конец. Не спрос на них сегодня. Разумные себя ведут. Безумных с ума сбродни. Давно ли ты, брат, так распелся? С тех пор, как ты из дочерей своих сделал матерей для себя, дал им в руки розги и стал спускать с себя штаны. Они от радости завыли, а я от срамоты, что государь мой простофиля и поступил в шуты. Найми мне, дяденька, учителя. Я хочу научиться врать. А если ты будешь врать, я тебя высеку. А! Как странно, что между тобой и твоими дочерьми нет ничего общего. Они грозятся отхлестать меня за правду. Ты за ложь, а иногда меня бьют просто за то, что я отмалчиваюсь. Лучше быть чем угодно. И однако я не хотел бы быть тобою. Дяденька, ты обкорнал свой ум с обеих сторон и ничего не оставил.
один из обрезков. Доченька, к чему эта хмурость? В последние дни ты все время дуешься. Ты был довольно славным малым. Во время она, когда тебя не интересовало, дуется она или нет. А теперь ты нуль. Без цифры я хоть шут, но худой конец. А ты совершеннейшая. Ничто. Молчу, молчу, вижу взглядом, повелеваете вы мне молчать. Хоть и не сказали ни слова. Прожил жизнь оглуп, как пень, корки нет про черный день. Не только этот ваш развязный шут, вся ваша невоспитанная дворня бронит и осуждает все кругом. Ежечасно предается буйству. Я думала, услышав мой упрек, вы прекратите это. Но узнала, что сами вы на деле и словах потворствуете этим безобразием. Не гневайтесь. Но если это так, мне, видимо, теперь самой придется принять крутые меры. Я прошу не обижаться. Если б не забота о благе государства, верьте мне, я постыдилась вмешиваться в это. А ты как думал, дяденька? Кукушка воробью пробила темя за то, что он кормил ее все время. Потухла свечка. Вот мы и в потемках. Моя ль ты дочь? Прислушайтесь, отец, к моим предупреждениям. Призовите весь ум, когда-то отличавший вас. И бросьте ваши новые замашки, которые совсем вам не к лицу. Надо быть ослом, чтобы не понять. Яйца курицу учат просто загляденье. Скажите, кто я? Видно, я не лир. Не тот у лира взгляд, не та походка. Он, видно, погружен в глубокий сон. Он грезит. Наяву так не бывает. Скажите, кто я? Кто мне объяснит? Тенила! Я действительно хочу знать, кто я. Потому что мое королевское достоинство и некоторые другие признаки наводят меня на ложную мысль. Будто у меня есть дочери. Которые хотят сделать из тебя послушного отца. Как ваше имя, госпожа моя? В вопросе вашем столько же притворства, как в прочих ваших выходках. Я прошу понять меня как следует. Вы стары, почтенны. Вы должны быть образцом. Здесь с вами сотни рыцарей и сквайров, бедовый и отчаянный народ, благодаря которым этот замок похож на балаган или кабак. Распорядитесь прекратить бесчинство, как должен стыд самим вам подсказать. Вас просит та, кому не подобает, просить и легче приказать. Извольте распустить часть вашей свиты. Оставьте малое число людей, которые не будут забываться и буйствовать. Дорогу, свиту. Бездушный выродок, я впредь тебе не буду докучать своей особой. Еще есть дочь у нас. Вы бьете слуг моих. Ваш пьяный сброд кричит на старших, как на подчиненных. Плох тот, кто поздно кается. Вы, сэр, с ней тоже заодно? Коней,
Седлайте! Не волнуйтесь. Ненасытный коршун, ты лжешь. Телохранители мои, испытанный народ высоких качеств, и сами дорожат своей честью. В путь, господа! Милорд, в чем суть? Я ничего не знаю и не повинен. Верю вам, милорд. Услышь меня. Услышь меня, природа! Если создавала эту тварь для чадородья, отмени решение, срази ее бесплодием, иссуши в ней навсегда способность к материнству. Пускай ее испорченная плоть не принесет на радость ей ребенка. А если ей судьба иметь дитя, пусть будет этот плод ей вечной мукой, избороздит морщинами ей лоб и щеки в юности, разъест слезами, чтобы она могла понять, насколько больней, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка. Прочь, прочь отсюда! Ради всех богов. На что он гневен? Толковать не стоит. Впадает в детство, пусть себя шумит. Куда девалась половина свиты? Их было 100, а стало 50. На что вы сердитесь? Сейчас. О, жизнь и смерть! Стыжусь, что я забыл из-за тебя о том, что я мужчина, что эти слезы вызвали тобой, и сколько их не стоящих. Вы не плачьте! Вы старческие, глупые глаза, а то я вырву вас и брошу на землю послед слезам. Ну, будь что будет, вот до чего дошло. Еще вторая дочь. Есть у меня. Она добра. Я на нее надеюсь. Я расскажу ей про тебя. Она ногтями исцарапает, волчица, лицо тебе. Не думай. Я верну себе всю мощь, которой я лишился, как ты вообразила. Я верну. Слышал? Слышал, Ганилили. Но быть пристрастным из любви к тебе... Довольно! Позовите мне Освальда! Ты скорее плут, чем шут. Живей. Ступай за господином. С лисой из капкана и с дочкой поганой. Кончай, не смущаясь. Но жаль не имею петли и аркана. И сам убираюсь. Дяденька Лир! Дяденька Лир, возьми своего сюда!
Отправляйся в Глостер к дочери Регани. С этим письмом не прибавляй ничего от себя, а только отвечай на вопросы, которые она задаст тебе, прочтя письмо. И если ты не поторопишься, я приеду тогда раньше тебя. Я глаз не сомкну, милорд, пока не передам вашего письма. Увидишь, как милостливо встретит тебя другая дочь. Хотя одна похожа на другую, как лесное яблоко на садовое. Позволь мне знать то, что я знаю. Что же ты знаешь, дружок? Что на вкус они окажутся такими же кислыми, как два лесных. Готовы лошади? Твои ослы пошли за ними. Любопытная причина, по которой семизвездий семь звезд, а не больше. Потому что их не восемь. Дяденька, из тебя бы вышел хороший шут. Если бы ты был моим шутом, я бы тебя колотил каждый день. За как? То, что ты состарился раньше времени. Тебе нельзя было стариться, пока не поумнеешь. Готовы лошади? Милорд, готовы, едемте. В том мало смеху, что уходит шут. Вас тоже в жизни перемены ждут. Отец велел найти и взять под стражу брата. Еще одно мне дело предстоит. Потребуется скорость и решимость. На два слова. Слышишь, брат? Скорей! Брат, брат, за тобой отец следит. Спасайся. Он выведал, где прячу я тебя. Беги, воспользовавшись мраком ночи. Сюда отец идет. Спасайся. Спасайся, брат. Прости, притворно. Свой меч я обнажу против тебя. Вызвай Давиду. Отбивай! Сдавайся! Теперь, пока без нет отца, беги! Огня сюда! Спасайся, брат! Спасайся! Эй! Люди с факелами! Так, прощай! Немного крови, чтобы отец подумал, что бой был жаркий. Ничего. Я видел... Люди во хмелю сильнее себя кромсают смеха ради. Отец! Отец! На помощь! На помощь! Где этот изверг? Отец! 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 Вот здесь сейчас, в потемках. Он стоял с мечом и призывал Луну помочь злодейству. Но где он? Посмотрите, я в крови! Но где этот негодяй? Он скрылся. Едва лишь убедился, что не смог. Постой. Поймать его. Скорее, в погоню. Не смог. Чего? Не смог меня склонить к тому, чтобы я убил вас. Безуспешно я говорил, как небеса казнят отца убийц. Напоминал о связях между родителями и детьми. Увидев мой испуг и отвращение, он вынул меч. Нанес с плеча удар, ранил в руку. Поимки не избегнет. А схватит и конец. Он мне не сын. Приехал герцог с неизвестной целью. Я упрошу его закрыть пути и гавани, не улизнет преступник. Мы для его поимки разошлем по всей стране
его изображение. Тебе же, мальчик мой, я передам мои владения. Отец! Ну как, мой друг? Едва я к вам приехал, я новости ужасные узнал. Неужто крестник моего отца Эдгар на вашу жизнь мог покушаться? О, леди, леди, совестно признать. А не водил он дружбы с бунтарями в отцовской свите? Право, я не знаю, но это слишком, слишком тяжело. Да, герцогиня, он из этой шайки. Чему ж девиться? Видно, этот сброд и подстрекал его, чтобы с убийцей потом наследство ваше пропивать. От общества их предостерегает сестра в письме. Я покину дом, когда они к нам на постой приедут. Я узнал, мой Эдмунд, что вы себя при этом показали хорошим сыном. Это был мой долг. Он замысел раскрыл. И при попытке схватить злодея ранен был в борьбе. За ним в погоню послан? Конечно. Управьтесь с ним от моего лица. Вы знаете, зачем мы к вам явились? Причем не вовремя. Ночной порой. Тому причиной важные события, насчет которых нужен ваш совет. Отец с сестрой пишут нам о ссоре. Их спор я предпочла бы разобрать на чьей-нибудь чужой, не нашей почве, и дать оттуда на письмо ответ. Гонцы здесь дожидаются. Заставьте себя отвлечься от своих невзгод для наших нетерпящих отлагательств. Рад вам слушать, миледи. За честь почту гостями видеть вас обоих. С наступающим утром, приятель. Ты здешний? Да. Где бы нам лошадей поставить? В любую лужу. А ты не шути, ты скажи, будь другом. А я совсем не друг тебе. Мне нет дела до твоей дружбы, я тебя не знаю. Зато я, брат, знаю тебя. Ну и кто же я, по-твоему? Подлец, мерзавец, блюдолис. Холоп и хозяйкин угодник с душонкой доносчика. Гнусный льстец, который готов на любую пакость, чтобы отличиться, но всю жизнь остается обыкновенной гадиной чистой воды. Подхалим, которого я изобью до бесчувствия, если он осмелится отрицать хотя бы одно из этих определений. И все это человеку, который знать его не знает и который видит его в первый раз? Ах ты, бесстыжая. Ну что ты представляешься, будто не знаешь меня? Двух дней не будет, как я сшиб тебя с ног и отдул на глазах у короля. Берись за меч, каналья. Хотя еще ночь, но светит месяц, я приготовлю из тебя рубленое мясо под лунной подливкой. Отстань. Берись за меч, каналья! Ты привез письма против короля!
Ты пособник этой спесивой куклы, которая строит козни против своего царства. Караул! Режут! Что тут такое? Это что за свалка? А, молодой человек, вам тоже захотелось? Ну что ж, попробуйте крови! Оружие! Что здесь происходит? Тише, под страхом смерти, тише, не шуметь. Поднявший меч умрет. А кто эти люди? Гонцы от короля и от сестры. Ну, из-за чего устроили вы драку? Едва дышу, милорд. Старый негодяй, которого я пощадил только ради седой его бороды. Милорд, позвольте, я искрошу его в порошок и выкрошу им стены нужника. Пощадил ради седой бороды! Молчать! Бездельник! Видно, ты забыл, в чем ты присутствии. Нет, сэр, помню. Но и у гнева есть свои права. Чем ты разгневан? Что дано оружие свинье, которой чести не дано. О, эти лживые льстецы, как крысы, они перегрызают пополам святые узы крови, угождают страстям господ, льют масло в их огонь и леденят их каменные души, что даст сказать, что нет, им все равно. Лишь угодить бы тем, за кем без смысла они послушно бегают, как псы. Ну что ты скалишь зубы? Какой тут смех? Шут, что ли, я тебе? Ты не рехнулся? Что за спор меж вами? На свете неприязни нет сильней, чем между мной и этим негодяем. Чем негодяй он? В чем? Его вина. Не нравится его лицо мне. Ах, вот что. А быть может, и мое, его, ее. Сэр, ремесло мое быть откровенным. Мне попадались лица лучше тех, которые я вижу пред собою. Мне этот сорт обманщиков известен. Чем ты его обидел? Я ничем. Вот король недавно по ошибке прибил меня. Как подоспел ко мне сзади, дал подножку, надлежащим без туда трунив. Подать! Сюда колодки. Ты посидишь в них. Неуч и хвостун. Я проучу тебя. Я стар учиться. А от колодок лучше отказаться. Я с поручением к вам от короля. Его гонец, двойник его особый. В колодки посадить его посла. Почти что личный вызов государю. Подать колодки. Он в них просидит до самого обеда. До обеда? До вечера. И ночь всю напролет. Сударыня, за что? Да будь я даже псом вашего отца, а не послом. Не надо бы со мной так обращаться. Но вы не пес отца, а негодяй. Вот про таких людей сестра и пишет. Колодки где? Милорд, оставьте это. Пусть его накажет в ответ на вашу жалобу король. К такому наказанию присуждают подонков общества, воров, бродяг и прочий сброд. Король на эту меру обидится.
ответственность на мне. Сестре гораздо может быть обидней, что безнаказанно ее людей позорят здесь при исполнении долга. Надеть колодки на него. Идем. Мне жаль тебя, но тут хозяин герцог. Ему перечить, знаешь, сам нельзя. Однако я попробую ступиться. Не надо, сэр. Велико дело ноги защемить. Бывает хуже, как защемит сердце. Прощайте, сэр. Нет. Герцог поступил нехорошо. Час от часу не легче. Попал ты из дождя да под капель. Я слышал, что я объявлен вне закона и скрылся от погони. Все гавани закрыты, нет местечка, где не расставлено мне западни. Я буду прятаться, пока удастся. Приму нарочно самый жалкий вид из всех, каким людей приводит бедность, почти что превращая их в зверей. Возьму пример с бродяг и полоумных из бедлама. Они блуждают с воплями кругом, себе втыкают в руки иглы, гвозди и, наводя своим обличием ужас, сбирают подаяние в деревнях. Какой-нибудь несчастный том еще ведь значит что-то, а я, Эдгар, не значу ничего. Славен, благородный государь. Лошадей привязывают за голову, собак и медведей за шею, обезьян поперек туловища, а людей за ноги. А кто очень прыток, одевают на ноги деревянные чулки. Кто должности твоей не оценил и посадить посмел тебя в колодки? Он и она, ваш зять и ваша дочь. Нет. Да. Нет, говорю я. А я говорю, нет. Нет. Они бы не посмели. Да вот посмели
как видно. Не верю. Они бы не решились. Не могли. Ведь это хуже убийства. Предумышленно нанесть такое оскорбление. Что ты сделал, ты, мой посол, чтоб на себя навлечь такой позор? Когда, привезши в замок от вашего величества письмо, его сдавал я, стоя на коленях, вбежал в поту, в пыли, другой гонец. Он им привез письмо от Гонорильи, с которым и протиснулся вперед, не давши мне докончить поручение. Когда они прочли ее письмо, то заспешили и, собравши свиту, вскочили на коней, велевши мне поехать вслед и ожидать ответа. Тут я наткнулся снова на гонца, который повредил мне на приеме. Того же самого, что говорил вам дерзости на днях у Гонорильи. Вспылив сильнее, чем разум позволял, я вынул меч, и он трусливым криком собрал весь дом. Ваш зять и дочь нашли, что поведение мое достойно такого наказания. Отец в лохмотьях на детей наводит слепоту. Богач отец всегда милей и на ином счету. Судьба жестока и низка и презирает бедняка. Где дочь, ты говоришь? Она в гостях у графа в замке. Но с королем так мало вас. Где остальная свита? Все люди с нюхом. И притом не слепые, глядят в оба, из 20 нет ни одного. Чтобы не почувствовал, когда начинает плохо пахнуть. Отходи в сторону, когда с горы катится большое колесо, чтобы оно тебе не переломало шею. И хватайся за него, когда оно поднимается вверх. Того, кто служит за барыш и только деньги ценит, в опасности не сохранишь, и он в беде изменит. Но шут твой, преданный простак, тебя он не оставит. Лукавый попадет в просак, а глупый не слукавит. Не слукавит. Где ты, дурак, это выучил? Где бы не выучил, да только не в колодках, как ты, дурак. Не могут говорить со мной. Больны, утомлены дорогой. Отговорки, непослушание знаки. Пусть они как следует ответят. Государь мой, вы знаете, как герцог сгоряча неукротим. Его не переспоришь. Мне надо. Надо, понимаешь, Глостер? Мне надо видеть герцога с женой. Однако погоди. Какого черта сидит в колодках этот человек? Нет, их отъезд сюда одна увертка. Освободить его. Ступай. Скажи ему и ей, что я хочу их видеть немедленно, что я им приказал прийти для объяснений, а иначе я барабанить в спальне прикажу, так, чтоб скончались, спящие от страха. Как больно бьется сердце. Тише, тише. Дяденька, прикрикни. Прикрикни на него, как кухарка на угрей, которых живьем она запекала в тесте. Она их щелкала палкой по головам и приговаривала: не высовывайтесь. А ее брат
так любил свою лошадь, что кормил сеном с маслом. Привет вам, дети. Добрый день, милорд. Я рада вашей светлости. Еще бы. А, тебя освободили? Но об этом после. Моя Рогана, дорогая, знай, твоя сестра большая негодяйка. Она как коршун мне вонзила в грудь жестокости своей дочерней когти. Не в силах говорить. Ты угадать не можешь, сколько злости в ней, Рогана. Спокойнее, сэр. А я убеждена, что вы совсем, без всяких оснований, несправедливы к ней. Как мне понять? Мне трудно допустить, чтобы Гонорилья могла забыть свой долг. А если ей пришлось унять бесчинство вашей свиты, я одобряю этот трезвый шаг. Будь проклята она! Отец! Вы стары, жизнь ваша у предела. Вам нужна поддержка и советы тех, кто знает природу вашу лучше вас самих. Поэтому, пожалуйста, вернитесь к сестре. Чистосердечно перед ней сознайтесь в том, что были вы неправы. Просить у ней прощения? А на что похоже это будет? Полюбуйся, родная дочь. Никчемен я и стар. Не откажи, молю я на коленях, дать мне одежду, пищу и постель. Оставьте скоморошничать. Довольно. Вернитесь к ней. Рогана никогда. Она мне вдвое сократила свиту. Смотрела из-под лобья на меня. Словами ядовитыми язвила. Пусть небеса обрушат месть свою ей на голову. Боги! И меня, наверное, так же в припадке гнева будете вы клясть. Тебя? О, нет. За что ж тебя, Рогана? Твой кроткий нрав мне повода не даст. Ее надменный взгляд приводит в ярость. А твой миротворит. Не станешь ты отказывать мне в радостях и средствах на содержание моего двора и запираться при моем приходе. Ты не глуха ведь голосу родства, законам вежливости, чувству долга. Забыть не можешь ты, что я тебе полкоролевства отдал. Ближе к делу. В колодке... Кем был посажен мой слуга? Чьи это трубы? Вот мерзавец, чванливо наглый, потому что он уверен в покровительстве хозяйки. Прочь с глаз моих! В чем дело, ваша милость? Почему приказу был мой человек в колодках? Убежден, что ты не знала этого, Рогана. Но нет. Кто это? И на меня глядеть тебе не стыдно? Ужель, Рогана, ты подашь ей руку? Подаст, конечно. Чего же нет? Не все порок, что кажется пороком. Безумцу и брюзге. О, грудь моя, снесла все это и цела осталась. Как угодил в колодки мой слуга? По моему приказу. Я напрасно его еще так мягко наказал. Это вы осмелились? Вы сами? Не забывайте лет своих. Отец,
Живите в соответствии с годами. Сначала погостите у сестры. Алсвита распустив, а через месяц пожалуйте с таким же штатом к нам. Я здесь сама в гостях. И не успела для встречи с вами приготовить дом. Вернуться к ней и распустить полсвиты? Вернуться к ней? Я лучше соглашусь подручным быть у этого лакея. Как вам угодно. Дочка, не своди меня с ума. Я более не буду мешать тебе. Прощай, мое дитя. Я больше никогда с тобой не встречусь. Но все же ты плоть, ты кровь, ты дочь моя. Или, вернее, болячка этой плоти. И, стало быть, моя болезнь, нарыв, да, опухоль с моею гнойной кровью. Я не броню тебя. Пускай тебе самой когда-нибудь проснется совесть. Исправься в меру сил. Я подожду. Я в это время буду жить с Рыганой в кругу старой цари. Прошу простить. Принять вас я, к несчастью, не готова. Я не ждала вас. Знаете, отец, послушайте сестры. Вы пошумели. Вы старый, все забыто. А сестре видней, что делать. К месту лети речи. Она права. Полсотни человек. Вполне довольна. Неужели мало? Да нет, и этих много чересчур. И дорого, и страшно, согласитесь. Пред власти с этакой толпой хранить порядок в доме невозможно. И, наконец, скажите, чем вам плох уход ее или моей прислуги? И правда, сэр, когда не угодят, мы проберем их. Кстати, при наездах ко мне, боюсь, я вам позволю взять лишь 25, не больше, провожатых. Я все вам дал. И вовремя, отец. Все передал для вашего усмотрения. И только выговорил для себя 100 рыцарей. Правильно ли я слышал, из них могу я взять лишь 25, сказал это Рогана. Да, сказала. Лишь 25. Еще раз повторю. Плохие, стало быть, не так уж плохи, когда есть хуже. Кто не хуже всех, еще хорош. Тогда к тебе я еду. Полсотни больше 25 в два раза, значит, ты в два раза лучше. Сказать по правде, эти 25 и 10 или 5 излишне в доме, где вам приставят вдвое больше слуг. Ни одного не нужно. Не ссылайся на то, что нужно. Нищие те в нужде имеют что-нибудь в избытке. Сведи к необходимостям всю жизнь, и человек сравняется с животным. Ты женщина, зачем же ты в шелках?
Ведь цель одежды только, чтоб не зябнуть, а эта ткань не греет, так тонка. Что неотложно нужно мне? Терпение. Вот в чем нужда. Терпение нужно мне. О, боги! Вот я здесь. Я стар и беден, согбен годами, горем и нуждой. Пусть боги даже вашим попущением восстали дочери против отца. Не смейтесь больше надо мной. Вдохните в меня высокий гнев. Я не хочу, чтоб средства женской обороны, слезы пятнали мне мужские щеки. Нет. Я так вам отомщу, злодейки, ведьмы, что вздрогнет мир. Еще не знаю сам, чем отомщу, но это будет нечто ужаснее всего, что видел свет. Вам кажется, я плачу. Я не плачу. Я вправе плакать, но на 100 частей порвется сердце прежде, чем посмею я плакать. Шут мой. Я схожу с ума. Нет! Нет! Уйдемте, начинается гроза. Здесь в доме тесно. Старика со свитой немыслимо здесь было бы разместить. Сам виноват. Зачем мой дом оставил? Пускай теперь пеняет на себя. Его бы я охотно приютила, но больше никого. Да, ты права. Где Глостер? Ушел с стариком. Вот он вернулся. Короля бушует вся кровь от гнева. Что хочет сделать он? Велел всем на коня. Куда, не знаю. Ну что ж, пускай. Не надо бы намешать. Не уговаривайте, чтоб остался. Стемнеет скоро. Наступает ночь. Бушует вихрь. На много миль в округе нет ни куста. Что ж по делам? Лады его упрямства. Ему наука на будущее время. Мой совет. Замкнуть ворота. С ним головорезы. И без труда его подговорят на что угодно. Будем осторожны. Заприте входы, граф. Жена права. Неистовая ночь. Уйдем от бурь.